татуировки, какие надо сделать. Выбрал себе 8 штук из всего списка. Вот, и первое у нас делается в первом акте. Она добавляет нам плюс одну силу. Это охотник на койотов. Офигеть! Я сейчас только вспомнил, на карте увидел. На карте увидел вот эту штуку. Южные пустоши. Обалдеть, мы тут и не бывали, посмотри. Ха-ха, тут еще и какая-то Анна нас ждет. И рудник там. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, когда монтировал, я увидел, что его просто завалили. И просто, прикиньте, был пацан, как говорится, и нет пацана. И все, при заходе в игру он даже не появился. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки «Магия крови». Вот, и этой серии необычной. Вот, мы, короче, сделаем все задания. В общем, все я ускорю, вырежу и расскажу немножко о татуировках, которые мы будем делать. О татуировках, в общем, потом, сейчас. Давайте вот для начала мы, получается, уровень 15 мы прокачаем, да? В татуировках очень много будет силы и очень много будет интеллекта, но энергии мало. Энергию, по-моему, там один раз, да, я там 8 выбрал, самых таких более-менее нормальных. Вот, остальные наплевать, поэтому будем качать энергию. Энергия в любом случае нам пригодится, потому что это все-таки ХП, вот, и ХП лишним, как говорится, не бывает. Так, что такое за звуки, пипец. Вот, и получается, что? Так, стойкость, иммунитет, окей. Сейчас я пробегусь по... давай возьмем. Пробегусь по алхимикам. У нас целая гора уже предметов всяких, да? Вот этих вот всяких вот тотемов. Вот, и быстренько с нарезкой я покажу, что за эти... ну, в награду, что дают эти лоботрясы. Ну, и все остальное закроем, чтобы уже гештальт этот самый бельмом первого акта не висел на нас, да? О, 13 у нас, прям красота. Так, а давайте-ка глянем, что мы можем прокачать здесь. Так, из полезного. Так, на скелетов нам надо, получаться, 6 и 7. То есть мы, кстати, два раза можем прокачать, да? 6 и 7. Отлично! Слушай, так это у нас будет 7 и 8. Кайф, будем скелетов качать. Так, в общем, все. Давайте сейчас тогда я нарезку отправлюсь и сразу этот самый, к первому алхимику, и посмотрим, что он нам в награду даст. В общем, короче, ни хрена этот осел. Вот этот осел, витамин этот осел. В общем, я подошел к алхимику, да, и у него, вернее, у меня не оказалось предметов, даже даже ни одного нет. Надо 4 какие-то большие змеи. Большую змею я еще видел у нас во втором акте, она еще вроде есть, поэтому не теряем надежд. Вот, поэтому пока мы это все оставим. Единственное, что я сейчас сделаю, ребята, это... так, давайте сразу... качнем. У меня, я купил эти свитки, да, чтобы сразу шкелетонов наших, вот, поднятие нежити, то есть получается на 2, у нас 8 стало, и следующий, кстати говоря, 9 уже, смотрите, 3, то есть даже не плюс 5, а плюс, ну, не знаю, от чего зависит, наверное, 4, хотя, наверное, 1 не считается. А, почему не считается, у нас ведь с нуля, да, идет. В общем, непонятно. То есть следующий уровень у нас уже будет 3, и это прям здорово. Нам на 8 зарядов. Вот, что я сейчас делаю, ребятушки. Я посмотрел татуировки, какие надо сделать. Выбрал себе 8 штук из всего списка. Вот, и первая у нас делается в первом акте. Она добавляет нам плюс одну силу. Это охотник на койотов. Давайте сейчас ее и найдем. Я только не знаю, кому. Ой, пипец. Так, вот это очень похоже на нее. Вот это вот здание, вот какая-то там пентрета. Давай сейчас, если не оно, то тогда я загружусь. Потому что, черт возьми, долго искать. Ну давай, портальце, придурок. Нет, это официантка. Так, давайте сейчас я найду, где это делается, татухи, и подключить. О, блин, пипец, еле нашел ее за серия. Так, че, и все? Поговорить о татуировках? Подожди. А где охотник на на демонов? Кто-то... так, ну-ка. О, я наслышана о ваших подвигах и могу сделать... Вот, гроза койотов. Гроза койотов. Этот знак судьбы... Я могу... Так, гроза койотов, а не охотник на койотов.
Так. А во, у чё появились? А вот, теперь охотник на койотов. Так, давай делаем охотник на койотов. Так, и у нас получается... так, как там глянуть-то? Плюс одна сила должна быть. Да, вот, сила плюс один. Все, отлично. У нас всего можно 8 штук сделать, но во втором акте мы будем делать не татухи, а 3 супа сожрем. Я сейчас не буду показывать, потому что опять игра зависнет. Вот. Просто поверьте мне на слово, это самые такие нормальные. То есть в основном у нас повышение характеристик и увеличение резистов. Там есть один неплохой на повышение всех характеристик плюс один, но резисты минус 5 все убирают, поэтому мне это не надо. У меня с одна жизнь все-таки, поэтому решил ее не брать. А так в основном да. Вот. Так, получается, все, мы продали. Единственное, что, давайте-ка мы руны я начал копить, то есть оставлять именно те, которые, вернее, записывать те, которые нужны, то есть по рецептам, да, вот. Но с предметами, например, вот этим вот титанами, да, в принципе, они накладывают только то, что есть. Соответственно, можно просто все вот это продавать, то, что нам не подходит. Например, увеличивать шанс двойного повреждения, снижать скорость. Ну, вообще бред. Мы атакой ничего не делаем, поэтому место оно будет занимать. Нам это не надо. Мастерство костей и шанс вызвать кости при ударе. Тоже мы ничем не ударяем, оно занимает только место. Мастерство брони увеличивает максимальный вес. Вот эта вещь. Про чугун, почему максимальный вес увеличивает, но это ладно. Оставим. Так, ну и вот в таком плане. То есть мастерство огня. И вот единственное увеличивает устойчивость к огню. Разве что можно оставить. Так, вот. Смотрите, какая имба. Увеличивает уровень заклинания. А, ну ладно, не имба. Мастерство земли, одно, все заклинания земли. Но по сути можно оставить, да. Вот, при ударе. Вообще бред, нам абсолютно не надо. Взрыв, горение при ударе. Все, что при ударе, нам вообще не нужно. Блужник, оглушение при ударе. Это только место нам будет занимать. Мы, если в милишника играли, было бы неплохо их, да, использовать. То есть там можно сделать себе очень неплохо. Ледяной взрыв. Ой-ой, подожди, там что? Устойчивость к холоду. А, снижат. Ну ладно, это не надо. Повреждает ответ. Мастерство алхимии. Ну ладно, пойдет пока. Мастерство призыва. Видите, вот, смотрите, классно. Ремесло. То есть обсидиан мы уже, в принципе, можем использовать. Ремесло 8 надо всего. Обалдеть. Так, увеличивает навыки и мастерства оружия, там физическое повреждение при ударе. Там нам не надо это. Ну, разве что увеличивает скорость, оставим. Все устойчивости, вот это очень хорошо. Уровень заклинания воды. Так, это руны уже пошли. Так, увеличивает мастерство огня, это нам не надо. Подожди, это руна? Это руна. Не, руну мы оставим. Так, вот, обсидиант. Мастерство проклятия вызывает замедление при ударе. Мастерство проклятия тоже на... А, ну мастерство-то, наверное, не нужно. Ладно, все равно, все, что касается плюс-минус наших спеллов, мы оставляем. Мастерство света и всю устойчивость оставляем тоже на всякий случай. Так, ну, вот это уже более-менее. То есть мы немножечко место себе сохранили. Это здорово. Так, вампиризм, читеряться за удар. Ладно, оставлю, непонятная фигня. Так, еще вот тут вот, мастер кровавого камня, так, дает повреждение. Так, ну вот, смотрите, говно, нам кровь не нужна. Мастерство пентаграмм, ну тоже не нужно, у нас одно есть и нам хватит. А что, неужели места у нас нет? Вот это да. Так, ну и, соответственно, мы теперь можем положить туда наши вот эти вот все. Вот эти все, да, они все-таки стакаться будут, я думаю, будет гораздо лучше. Вот, и... По весу они ни черта все равно не весят. Так, просто место забили уже, да? Еще раз на всех случаях перепроверю. Блин, жалко здесь, вот, почему это же соло-игра? Сделайте, блин, бесконечный этот сундук-то, чертов. Какая разница вот им, а? Можно было бы хотя бы спокойно бегать там, кайфовать. Это просто вообще было шикарно было. О, мифрил, неразрушимость, это же вообще на 31, это пипец. Так, это нам не надо, магическое это серебро, это нам надо. Ржавый вредный не может быть починен. Ну, хорошо, это вообще бред, там дела продавать. Какой-то идиотизм. Конечно, так, мифрил, да, мифрил ставим. Так, все, вот это вот остальное можно продавать, только нет, лоботрясу, ой-ой-ой, как перевес-то. Так, давай к Року зайдем. Ой, пипец, какой-то, вофига скорость. Сейчас все вот это продадим, во-первых, день жизни будет у нас, просто пипец. И можно какой-нибудь уже материал, наверное, наложить. Так, так, это у нас руны. Так, вот пошло, да, неразрушимость оставляем, сталь, мастерство это продаем.
Так, снижать скорость продаем. О, смотри, сколько стоит, просто обалдеть. Так, это нам надо. Обсидиан, мастерство нам не надо. Так, не может быть починен, не надо, это не надо. Вот так вот. Так, ну эти все тоже продаем. Вот на 3000 наторговали. Красота, тра-та-та. Так, и у нас сейчас, по идее, должно быть веса нормально уже. Энергия 8, сила 20. Кстати, сил-то не так и проблем уже набрать. Получается, 8 всего осталось. Так, наверное, тоже продадим. До него еще будем расти и расти. Вот эти ничего не весят, поэтому с ними будем гонять пока. Так, банки, все отлично. Кстати, этот лоботряс ничего не продает из урона. Так, это наше все. Ага, все. Так, закрытый шлем. Еще нам на медные доспехи бы, конечно. Может, крутое бы сразу присмотреть ударом по медиа. Ой, при этом. Так, ладно, все. У нас вес 40-127. Ну, просто кайф. Так, теперь, давайте-ка посмотрим рунные. Так, рунные слова-то вряд ли мы, наверное, да? Нам, получается, можно попробовать вот этот зачаровать. Материал магическое серебро. У нас есть, я не знаю, наверное, без разницы, да, как заколдовывать-то. Так, у нас там какой-то есть, блин, опять этого лоботряса вызывать. Сейчас попробуем заколдовать, может быть, уже там можно. Так, открыть сундук. У нас где-то тут было хорошее. Вот, так, нет, он выглядит вот... А, 8, на, ремесло 8, да? Так, это у нас добавляет, нет, это не добавляет. Ремесла 8 у нас нет сейчас, да? Ремесла 8. Да, до ремесла нам 8 долго, поэтому все, забываем тогда. Все, чешем во второй акт опять тогда. Там начинаем зачистку, а черт возьми. Вот, и все подложим туда. Офигеть! Я сейчас только вспомнил, на карте увидел вот эту штуку. Южные пустоши. Обалдеть, мы тут и не бывали, посмотри. Ха-ха, тут еще и какая-то Анна нас ждет. И рудник там. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну тут, ребят, 100% мы будем ускоряться, потому что, ну-ка. Мне тут кажется, вообще сейчас шансов 0, да? 1, да. Вот, поэтому давайте сейчас тогда будем ускоряться. Здесь все зачистим быстренько. Блин, тут нас вообще не этот самый уже. Плюс 1, да, там все, сандалят. Вот, быстренько сейчас все зачистим тут, вот, и тогда уже двинемся. Потому что там еще рудник, но надо это сделать, потому что целая карта не зачищена, это просто какое-то безобразие какое-то, черт возьми. Блин, пипец! У нас изготовителя этого алхимика завалили, лол! Вот тут был алхимик! А, нет, все, нормас. Ложная тревога. Блин! Просто этот чертов... этого чертова придурка у нас... Я побоялся в этом в предыдущей серии, когда мы там зачищали. О, там был квестодатель какой-то, Яков или что-то такое. Охранник, короче, как мы только перешли во второй акт.
Я, когда монтировал, я увидел, что его просто завалили. И просто, прикиньте, был пацан, как говорится, и нет пацана. И все, при заходе в игру он даже не появился. Типа, все, гудбай, прощай, и все, всего хорошего. Это, жаль, как говорится, этого добряка. Блин, я вообще офигел. То есть он нам какой-то квест хотел дать, да? А его монстры завалили, и он просто пропал. Вообще прикол. Вот я подумал, сейчас этот самый включение это экстренно произошло. Я думал, что сейчас, если алхимика нашего этого завалит, то я вообще буду негодовать. Это просто какой-то пипец. Да вы-то тут тоже идите. Жопа. Сейчас смотри, я до зуба-то завалит. Обалдеть. Так, давай-ка сразу поговорим с ним. Пока не сдох. Я рад предложить вам. Да-да-да. Я могу изготовить для вас уникальные перчатки. Несмотря на то, что эта алхимическая формула открыта недавно, они очень... Ой, надо... Изгоняйте 4 задам бешеной собаки. Несите, вроде у нас есть, но, блин, он сейчас сдохнет от яда. На, короче, отходить. На мне, мой же яд. Да иди ты в жопу, придурок. Блин, это просто жесть. У меня голем этот, или кто там? Сейчас они все против меня будут. Блин, это какой-то пипец. Короче, на бешеную собаку ему. Вот, и вроде это нормально. То есть у меня... Их есть у меня. Так, все, дальше давайте ускоряемся тогда. Блин, пипец, он сейчас против себя всех. И потом на этой встретимся. Блин, у меня задрала-то вонючая игра. Она вылетает, когда вот влево выходит. Вернее, не вылетает, ну, короче, альта башься. И она выходить переходится. Это просто ужас. Сейчас, короче, попробую. Вот у нас есть такая штука, как кнопка влево, да. А, подожди, вот так. Вот так и вот так. То есть вот так вот сделаем. Вот, и попробуем сейчас камеру поворачивать на QE. Мне кажется, вот нормальная тема будет, чтобы в этой больше этого не делать. Блин, то пипец, у меня два крана, видимо, он переключается на левый. Это прям уже раздражает невозможно. О боже. Ну ладно, хрен с ним. Так, а что, ты будешь ходить-то? А, я понял. Какой же я молодец. Так, подожди, а как там вращение использовать заклинание? Атака оружием. Вот так. О. Так, все, короче, ой-ой-ой. Короче, поворачивать теперь будем на эту, на, приучаться. Блин, кажется, выглядит прикольно. Ладно, все, ребят, тогда опять ускоряемся, чтобы этот самый время не тратить. Так, мне интересно. Вот у меня есть подчинение нежди. Оно... Нет, где он там? Подчинение нежди. В общем, оно есть. Оно написано, что без... Ну, бесконечно, да? Вот, мне интересно. Давайте попробуем мы порабощение. То есть, видите, максимальное количество 2. Смотрите. То есть, получается, тоже можно ее использовать. Просто до этого нежди не было. А сейчас вон она там появилась. Вот, я хочу попробовать. Ну-ка. О, смотри, реал. Обалдеть. А, ну понятно, он там вообще сюда раздох. Просто офигеть. Так, ну... А, не, нифига, не сюда. Смотри, вон он бегает, нормас. Офигеть. По идее, он...
он, по идее, тоже ведь должен быть этот, типа, призванным, и существо там у него этот должен быть побольше. Ну, конечно, зомби-слуга намного лучше, блин. Потому что он, этот самый, еще стреляет что-то. Но, тем не менее, он просто втроем теперь бегал. Красота. Просто огонь. Так, давай, наверное, добьем уже так, потому что это... Мымора тут уже близко. Я не думаю, что тут что-то поменяется сильно, да? А сразу быстренько. Блин, так непривычно найти на кнопки. Поворачивать это просто жуть. Еще так медленно-то, блин. Нам бы надо фиолетовых найти, чтобы этот самый призвать нормальных. Но что-то фиолетовых пока не было. Или я проворонил их. Да. Болван бегает тут вплотную вокруг вокруг этого собаки этой, попасть не могу, блин, пипец. Вот это идиот. Так, ну давай посмотрим, что она там хочет нам сказать. О, наконец-то. Так, давай сразу заразим его. И смотрите, больше не... А, кстати, у меня идейка тут. Ой. Обалденно. Анну, короче, нашу завалили. Вот это прикол. Блин, вот что делать, а? Ее просто завалили нахрен. Просто обалденно. Давай ее резнем попробуем. Не, нифига не могу. Блин, и что делать? Вот круть. Пипец. Ну ладно, тут рудник есть. Сейчас попробуем зайти и обратно выйти. Блин, вот опять вот эта фигня. Конечно, вот тут тупо вообще не продумано. А, он просто лопнул. Блин, вообще дебилизм. Я вообще не согласен. Просто офигеть. На, скелетов вырезнем из него. Блин, просто обалдеть. Просто взяла, подохла. Причем я ничего не смог сделать. Она просто исчезла. Там монстры просто на нее напали. Вот разрабы вообще остолопы. Зачем это сделано? Вообще просто кошмар. Элементарно же не надо просто делать, чтобы монстры могли вообще завалить как-то их. Это пипец. Я вот что я сейчас могу сделать? Ни черта. Так, ладно, давайте у нас перевес. Балышнику. Балышнику. Балышнику сразу продаем. Так, это красные листы тоже все можно продавать. Щит купца. Но он весит что-то до хрена вроде, да? Так, а у нас... А, ну у нас такой 4-3. 14 и 2, да? Ладно, просто продаем. Так, продаем. Шляпу продаем. Так, это продаем. Куры пока не будем продавать. Так, руна одна, ерунда. Мастерство земли. Господи, кто там? Тут что-то говорит. Кто говорит-то? С барышником, что ли? Барышник, по-моему, говорит такой. Так, кривой нож. Ну, кстати, неплохой, тоже на 3. Так, белая кираса. Это ерунда. Серьга калибри. О! Ой-ой-ой, вот это хороший. К земляному голему плюс 1, красота. Ух ты, кинжал греха. Да, вот, кстати говоря, мне выпал какой-то уровень заклинания тьма. Заклинание ходом, к навыку атака, двойной урон, устойчивость, кровь, минус 1. Ну, говно. А, смотрите, здесь рун 4 штуки. Шанс нанести двойной урон, скорость минус 3. О, вот это класс. Вот, вот на, в желтые, в такие, да, вкладываться. Здесь урон и 4, это просто кайф. Так, тогда оставим. Так, это надо продать, продать. Это вообще копейки какие-то. Мы там лоботряс продаем, потому что вещи, само то ему продавать, они стоят вообще копейки, вот, а место только занимает. Поэтому мы просто освобождаем место. Как бы вся главная прибыль у нас на банках, поэтому вот эти вот они дорого стоить могут, но нам тоже не важно. Так, все тоже продаем, все эти, все это говно. Так, восстание, революшн, добавляет опыт при использовании магии, увеличивает уровни заклинаний благословения. Ну прикольно, прикольно, возьмем. Равчина, так, понятно, это продаем. Так, все, 180. Так, мифрил, так, а что у нас с банками, давай сразу посмотрим. Ну, кстати, можно продать полторы. Потом лишний раз не вызывать его.
Нормально, пойдет. Так, чё, надо, короче, что-то придумать. Надо что-то придумать. О, кстати, надо перепризвать этого ботряса. У нас, по идее, сейчас должен быть Вот, опять, смотрите, там дерутся. Это пипец какой-то. Вот сейчас этого зелья завалят. Я боюсь яд сейчас юзать, потому что, мне кажется, там... Ой, боже мой, что там происходит вообще? Боже мой. Ну, вроде... Просто пипец. Что-то там, короче, страшное произошло. Вот, и у нас Анна пропала. Блин, сейчас против меня тут все будут. Ладно, не будем этот самый драконий тогда. Давайте рудник откроем. Вот это сейчас разрушим еще. Рудник откроем. Мы, получается, телепортнемся здесь. Вот, и нам бы надо, наверное, выйти из игры. Выйти из игры. Сейчас посмотрим, что бабища-то появилась. Это какой-то пипец. Просто какой-то ужас. Прикиньте, она... Все, конец ей. Это вообще будет жесть. Ну-ка. Ну, прикол. Прикол. Ее нет, блин. Офигенно. Так, давай сейчас тогда добегу до туда и попробуем из игры выйти. Если это не поможет, то я вообще-то не согласен. Какого лешего? Го сразу, наверное, тогда и зачистим все это. А ты че, мимо? Я сейчас иду мимо этой темноты-то, да? Ну че, вон стоят там эти, я мимо побегу, что ли? Вот, в любом случае нам... Так, давай сразу перепрыгнем, перезакинем. В любом случае, блин, яд вообще кайф, смотри. О, просто кайф. В любом случае нам надо что-то будет делать. Вот, поэтому сразу этих завалим тогда. Красота, тра-та-та. Блин, жалко с этих не падает. Со змей. Нам бы от змеюк нужна бы это. Все три резвы. Как же бесит эти муравьи, это просто ужас. Так, давай. Так, все вот у нас получается верно, да? У нас это... Да, земляной голем. Сейчас верно. Так. Во, вот с гигантских змей не падает эта шляпа. Можно как-то самому валить. Нифига не падает. Нам 4 штуки надо. Просто пипец. Я, блин, я вот очень уверен, что в самом начале у меня сколько-то там было, я, болван, не знаю, это продал. А сейчас она просто обиделась. И она, короче, не падает просто. Блин. Жаль вот это, конечно, что не очевидно. Я думал, это типа, знаете, как вот это. Вот, оранжевый меч. Вот этот желтый, да? Вот точно такой же желтый. Только это квестовый предмет. Да? Такой же желтый. Но... А это не квестовый предмет, а просто хорошая шмотка. Ну, кстати, он, говоря, наверное, квестовый тоже. Типа желтый. Ну, просто он, они хорошие такие обычные шмотки. Вот как этот у нас рудокоповский сын там, да, с каким-то тоже неплохой. Но, скорее всего, они тоже квестовые. Но это меня сбило вот как раз-таки... Ух ты, зараза. Это как раз-таки сбило меня в плане того, что я думал, это, типа, какие-то улучшенные вещи. Типа такого, знаете, но никак... Нет, это не квестовые. Тем более, что здесь градация ну, цветная, да, есть. То есть там есть у нас синие шмотки, ну, обычные шмотки и синие шмотки. Возможно, еще какие-то есть, но нам они пока не попадались. Но, тем не менее, градация стандартная, вот эта, которая зеленая, синяя, там, фиолетовая, оранжевая, да, то есть в World of Warcraft. Она, ой, там какой-то палин еще. Она присутствует вот в этой игре. Я подумал, что нам пока нет самого... Ну, типа, кроме синих шмоток, мы ничего, типа, не видели. Зеленых вообще, да? Вот, и желтые это какие-то там вообще просто редкие шмотки, типа, редкие, крутые. Вот, а оказалось, это просто квестовые эти задания, вот эти шмотки, как, квестовые предметы. Вот, и это, конечно, печаль, беда, пипец. Да чтоб ты провалился. Эти огненные муравьи просто раздражают. А, зараза. Так, все, мы вроде как... Да, у нас эту, надо сейчас посмотреть ее. Шан Джеймс еще какой-то, блин, там, ну, тут вот еще кто-то был. Вален какой-то. Ого-го, набросились. Все, ладно, переагрить уже. Так, ну-ка, Вален, ног. Что скажешь?
Я искал волшебного койота и заблудился. Помоги мне добраться до дома. Пойдем. А куда идти домой-то? Ну, либо сюда, либо сюда. Скорее всего, туда. Потому что это больше на дерево похоже. Так, давай быстрее. Впрочем, киданем. Прям сюда вот, наверное. Зачем? Может... Блин, неужели туда реально? Я искал волшеб... Помоги мне, говорит, добраться до дома. А куда, где дом-то у тебя? Подожди, у нас что-нибудь может в это для дураков? Так, это первый, да, акт. Сандал, потерянная. Во, кстати говоря, хорошо прям написано, да, что где есть. Так, дети, так, алхимик Рати, алхимик Сандал, потерянное расписание. Блин! А куда этого кретина-то? У меня еще вот есть, конечно, вариант вот сюда идти, но я, честно сказать, думал, что ему сюда надо. Там-то родник какой-то. Может, ему прям домой надо? Блин! Какое неочевидное здание, просто ужас. Ну, по идее, он ближе к этой, конечно, но что-то там рудник, вот, Джеймс какой-то. Может, Джеймс? Туда надо? Может, он задание типа дает, что типа найди моего сына? Ну-ка, пойдем. Блин, это тупо, конечно. Сейчас там завалят все, блин. Так, валим, пойдем, давай. Блин, куда мы побежали? Здраво будь, красавица. Я Шан, староста деревни. Ты тут лучше одна не броди. Заплутаешь, коли, пиши, пропало. Лучше попроси кого проводить тебя до мест жилых, да не столь опасных. Кретин, тебе куда надо? Я искал волшеб... Я, говорит, мне нужно домой. Я знаю, не... Так, иди ты в жопу. Значит, это не дом его, что ли? Блин, а куда тут еще-то? Может, надо куда-нибудь вообще, типа, в рудокопов, в поселок? Не бейте. Блин, я не знаю, куда этого остолопа. Бегал тут. А подожди, что ты орешь, тупица? Спасите и бегать за мной, кретин. Так, куда тебя надо-то? Шанс староста нам ничего не дает, да? Этот тоже осел. Этот придурок бегает за нами. Я не знаю, давайте в рудник-то вряд ли. Кладбище, лесная деревня. Вот какая-то лесная деревня, но там никого из жильцов-то нет. Вот здесь может что-то. Мы там были, не было. Тут вроде ничего нету больше. Так, давай откроем. Нового ничего нет. То есть у нас, по сути, только в рудник, да? В серебряный рудник. Куда его надо? Может, в Эйвон надо его? Так. Хрен его знает. Ладно, давайте сейчас тогда я побегаю, посмотрю. Так, может, все-таки в этой какой-то деревне он? Может, какой-то дом его? На базаре цыгане пляшут. Пошли завтра посмотрим. А точно пляшут. Привет, я могу для изготовления принесить. Блин, это какой-то пипец. Да, вот в прошлый раз, когда говорили, никто не плясал. Бро, да это не твой дом. Ну, хоть по городу попробуешь тогда, если не пляшут. Короче, я хрен его знаю. Да, поехал. Че тут в глуши сидеть-то? Не успел. Давай, прекрати немедленно. Слева. Прекрати хулиганить. Именных здесь тоже нет. Я думал, это Джеймс, типа, но... Ну, черт. Блин, в этот дом мы даже зайти не можем. Портальнулся я, кстати, в Эйвон. Он тоже ни черта не алё. Я искал волшебного койота и заблудился. Помоги мне добраться до дома. Ну ты мелкий урод, я тебя ненавижу. Так, давай мы, знаете, как сделаем? Сейчас я, наверное, вот так вот сделаем.
Из игры надо выйти и обратно зайти, потому что я думаю, что тут у нас это Яна еще, может быть, она просит, типа, найти, типа, сына ее, что-нибудь типа такого, может, с ней что-нибудь связано. Этот ловотряд здесь останется. Сейчас, короче, тогда выйду из игры и обратно зайду, и мы, по идее, здесь должны начать, и этот дрич должен быть рядом. Вот так вот сделаем. Ребят, короче, нифига, я все пробегал. Вален этот чертов, он опять вернулся, но Мымры этой нет. То есть какая-то Яна здесь была, видимо, она как раз-таки этот самый ответственна за него, да? Вот, короче, ни черта, она не появилась, я тут перезаходил, ни черта не сделать. Очень тупо, это меня прям вообще раздражает. То есть получается, мы просто не выполнили одно задание. Все, кто зеленые, они получается смерть. Давай попробуем, вот крыса опять бежит, да? Давай вот так попробуем. Все, сейчас позырим. Ноль. 0-0-0. То есть его. Да, все, которые желтые, в общем, они бессмертные. А все зеленые, они смертные. Желтые это, наверное, специально сделали, чтобы случайно их там не завалили. Почему не сделать это с зелеными? Я эту тварь зеленую, которая там была, я ее даже увидеть-то толком не успел. Она просто исчезла, блин. Это какая-то дичь вообще. Ну вот он, еще один. Ну-ка давай. А, ой, подожди, этот что-то... Этот что-то с ним, что-то не то. Так, ну он вроде как жив, да? Сейчас еще немножечко попробуем. Но вроде он как бессмертный. Насчет старосты деревни я не уверен, потому что он белый. Но желтенький, они, у него очень много хп, либо он бессмертный. Ладно, сделаем его, что он бессмертный, поэтому погнали дальше тогда. Все, фиг с ним. Блин, короче, жалко, но ничего не поделаешь. По идее, мы здесь были, да, с этим сваленным-то? Ну ладно, давай еще разочек, последний самый раз. Вот самый последний, предпоследний, вот, попробуем привести его, если нет, то дальше идем. Ну давай, бестолочь. Вот, все, мы уже в какой-то крутой деревне. Вон, видишь, девочки бегают. Я искал. И в жопу, короче, ладно. Он искал, но не нашел. Так, может, вот какой-то старик, может, к нему? Ты кто? Вален, давай, брат. Я искал. Короче, ладно, все, пошел он в задницу, этот Вален. Валенок этот сраный. Ни черта не получается, пес с ним. Так, у нас здесь все, получается, закончено, да, призрачная деревня, это мы охота на вампира, вот, кстати говоря, ну-ка давай-ка, сейчас надо посмотреть, опыты за него дают или нет, мне было бы неплохо пофармить, чтобы прокачать до третьего, да, так, Якоб, приозерная деревня, так, мы тут все зачислили, а кто вампира дает? Эх, хорошо-то как. Ага, этот не дает. Так, давай туда сейчас опять задание попробуем на вампира взять этого. Может быть, реально, может быть, пофармить. Эх, хорошо. Так, это тоже не алё. Получается, этот охотник на вампиров, да? Вот этот Лэнс Хедриксон. Как Ван Хельсинг, блин. Сейчас с ним-то еще поговорим, тут близко. Да, вот он задание дает. Так. В склепе поселился в... Да-да-да. Так, уничтожь вампира и нечисть. Так, у нас... Да, вон он. Попёрли-то об... Ой, что тут? Нам единственное плохо то, что сейчас нет... А, ну, в принципе, мы ядом-то завалим его, да? Этих призвать. Я хочу попробовать сейчас переманить на свою сторону этих его прислужников. Если они там есть. А, вон, кстати, ночь началась. Хорош. Я должны появиться, по идее. Пока никого. В идее ночь. Ладно, давай сейчас потерпим немножечко, потом подключусь, если появится. Ой, прям появился, обалдеть. Ну-ка. Так, есть. Ай. О, милишника мы забрали, блин. Так, все, нормас. Сейчас посмотрим, сколько... О, отлично, опыта за них идет. Ну, кстати, смотрите, за них не дают этого.
За них не дают... Опять это не нужно. Меча. За них не дают меч. То есть меч не копится. Наверное, специально, чтобы нельзя было фармить. Игра мне заморозил, блин. Все равно опыта, конечно, за них много. 400 за этого. Просто обалдеть. Тут реально можно на них фармить, просто вообще офигеть. А, давай сейчас просто завалим тогда его. Вот тут... Ой, сейчас сдохнет. Мне кажется, надо попробовать потом будет пофармить в этом, в когда у нас там по одному опыту будет давать, потому что мне кажется, вот эти вот прислужники, они повыше уровня. Вот, из-за них можно будет еще опыт получать. Нормально. Так, бой из него попробуем. Ой, блин, надо было его резнуть, попробовать. Ну, ладно. Так, жаль этого добряка, конечно, там помер, блин, ну ладно, хрен с ним. Черт возьми, ладно, сейчас давайте-то сдаем задание и чешем в этот, куда бы там ни было, Верониш, наверное, да? Надо позырить, чья опыта дадут или нет, ну, по идее, не должны. Убил! Ага, не дали, чисто опыт. Эти пришли, поговорите, а нам дадут очки этих? Ладно. Хотя, блин, я не знаю, за это дают очки, интересно, ну-ка. Здесь уже давно нет ни... Ага. Не, за эти не дают, это у нас этот, не постоянный, да, вот именно надо выходить из игры, вот, только тогда, ну, это типа как с гоблиншей местная фигня, вот, и, соответственно, это самое. Так, Приозерная деревня у нас, по-моему, не зачищена, поэтому давайте туда сначала, вот, потом в Верониш. Вот, по-моему, мы порталились как раз туда, я уже, честно сказать, не помню. Так, это сюда, и вот Приозерная деревня. Да, Верониш у нас не открыт еще, хотя надо было бы. Может быть, Верониш это как раз-таки большое это задание, ой, большой город, да, в котором можно будет задание набрать. Так, вот он, да. Опять? Опять, черт возьми. Опять у нас никого нет. Опять этих зеленых там всех повалят. Вот будет веселуха. Не, яд вообще ебал. Смотри. Кинул, забыл. Замораживает, конечно, знатно. Сейчас скелетов тут на воскрешаем. Раз и два. У нас одного, по-моему, уровня, да, не хватает. До третьего скелета. Так, попробуем. Ой, как и недалеко-то, пипец. Нечего и пробовать тогда. Проще тут всех просто валить. Проще-то всех просто валить. Так, давайте, Нара, тогда ускоряемся. Погоняем тут, побегаем, посмотрим. Вот он нам тут, в принципе... Опять все, ну, ух ты, как красиво там. Тупо все, долбежка мобов, вот, ничего такого. Поэтому давайте, наверное, ускоряться. О, кстати, помощник Санты, мне про него тут рассказывали. Тут тварь еще та, реально пипец. Где он там? Блин, плохо его ловить, пипец. Ладно, ему кажется, мы уже завалили. А, да, все, фиксим, дальше давай.
Так, ладно. У нас тут перевес. В общем, неплохо пофармили. Здесь опыт, конечно, летит просто офигеть. Так, что-то у нас новенькое. Разрушение Demolition. Добавляет физическое повреждение, увеличивает шанс двойного повреждения и убивания оружия. Ну, туфта для нас не важно. Так, элитный доспех. 17 тысяч. Это просто какая-то жесть. Так, талисман вампиром, дед к огню, говно, черепашья кираса, шипы, говно, тотем скелета, большой деревянный щит, мастерство воды, говно. Так, говно, говно, так, это что такое? Драконьего огня, но все у нас выучено, поэтому продаем. Мастерство алхимии нам не надо, скорость оставим, так, сумеречный жезл, радиоактивность, кривой нож 1-3, зеркаль венера нам не надо, у нас слишком много уже их. Так, ерунда. Так, 1-3 оставим. Так, сопротивляемость 6 у нас здесь. А, здесь вообще рун нет, да? Да, тогда продаем. Так, 4,2. 3,7. Ну, кстати, во многом лучше, да? Он весит меньше. Выглядит так же. Так, серебряная фибула. Опять реально как болезнь какая-то звучит. Так. Ну все, вроде остальное можно. Так, если еще только банки продать, наверное, да? Да, банк точно надо продать. Так, 4500. И здесь 3000. 7500. 200 тысяч! Еще куда деньги девать в этой игре, блин, пипец. Так, ну что, все, наверное, ребятушки, давайте, наверное, на этом заканчивать. У нас, кстати говоря, так, что у нас тут у нас? У нас, получается, нам надо сколько? 8, да? 8 идей, то есть 17 нам надо. Получается, 17. Нам за уровень дадут еще 2, то есть 6, а потом еще за уровень 3. Ну, короче, мне хочется вот этого, да? А вот смотрите, интересно, а порабощение-то, да? Смотрите, уже 1 и 2. Кайф. Скелетов или зомби. Уже нежит. Ну, они, видите, они вроде только милишники, поэтому особо не будем сюда упор делать. Ладно, все, ребяшки, тогда на это. Спасибо большое за лайки, за батюшку, за подписку, ребяшки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем хорошего и всем пока.